В эфире национального телевидения «Чувашия» стартует фестиваль «Театральное Приволжье». Сегодня в 9 часов вечера зрители увидят спектакль «Озорная молодость» Башкирского народного театра «Корос». Это один из 28 спектаклей-победителей региональных этапов среди школьных и студенческих коллективов. Каждый день в течение октября в одно и то же время можно будет посмотреть видеоверсии постановок из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других регионов. Также спектакли выложены на сайте проекта «Театральное Приволжье РФ». Оценить мастерство юных актеров и выбрать лучшую театральную постановку смогут все желающие с помощью СМС-голосования.